субботу на импровизированной сцене у Дворца спорта «Юность» прошел мастер-класс, приуроченный Международному дню пожилого человека. Квалифицированный тренер спортивно-оздоровительного клуба «Гармония» Ирина Чернецкая вместе со своими подопечными продемонстрировали присутствующим комплекс несложных оздоровительных упражнений. Сегодня на мастер-классе мы хотим показать простую зарядку суставной гимнастики, но с применением дыхания, даосских упражнений и из цигун. Участники спортивно-оздоровительного клуба «Гармония» могут подтвердить, что возрасту и недугам можно успешно противостоять, занимаясь спортом. Третий год уже занимаюсь. Бодрость, здоровье, хорошее настроение. В любом возрасте надо заниматься. У нас занимаются и помоложе женщины, и постарше. И все говорят, что очень позитивно это отражается на здоровье. Был период, что я вообще лежала. Даже на левом боку, на правый не могла повернуться. Но сейчас, если что-то надо, перекувырнуться, тренер подтвердит. Я это сейчас делаю нормально. Всем рекомендую, кто более-менее двигается, приходите, вас поставят на ноги. И будете, не знаю, счастливы будете точно. Те, кто посещает оздоровительные занятия, выглядят бодро, подтянуто и, что самое главное, жизнерадостно. Присоединиться к дружному коллективу клуба «Гармония» во Дворце культуры могут все желающие. Ведь занятия спортом в любом возрасте оказывают положительное воздействие на здоровье, придают энергии и силы.